И вот помню, когда настало время, и мы пошли вот с этого дома в наступление, и после Сталинградской битвы многие из нас, участников, защитников этого дома, дошли до Берлина. Мне часто приходится бывать в этом городе, и когда я еду сюда, я всегда чувствую удовлетворение, ибо я считаю этот город своим родным городом. Я горд за этот город, за этих людей, которые в этом городе живут и работают. Это не так-то все просто, было так быстро и хорошо сделать. И, наверное, поддерживают все, кто бывает в этом городе. Здесь порядок, убранство, чистота. Это само не приходит. Это труд и уважение людей, которые здесь живут и работают. И вот это все, этот город, это большая память для защитников этого славного города в нашей стране.